В минувшее воскресенье православная церковь совершала память святого благоверного князя Даниила Московского, одного из наиболее почитаемых святых нашего Отечества, основателя знаменитой Московской свято-Данииловской обители. В день памяти святого патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил литургию в Троицком соборе свято-Даниилова мужского монастыря Москвы. Святой благоверный князь Даниил Московский остался в памяти людей и истории как благоразумный правитель. Своими мудрыми и миролюбивыми деяниями в годы междоусобиц и татаро-монгольских набегов святой князь положил основание нынешнему величию Москвы. Благодаря его стремлению к единению и миру, Московское княжество со временем увеличилось и окрепло. За Москвой рекой святой благоверный князь построил монастырь, который стал называться по его имени – Даниловским. Святой князь Даниил стоял у истоков объединения русской земли в единую и мощную державу. За литургией святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Исидора Тупикина, воепископа Смоленского и Вяземского. Затем представитель русской церкви совершил славление и вознес молитву благоверному князю Даниилу Московскому у ковчега с частицей мощей святого. А по окончании богослужения патриарх Кирилл обратился к иерархам, прихожанам Даниловской обители и ко всем православным россиянам. Примером святого благоверного князя Даниила Московского вступим с упованием на волю Божью и на его помощь великое поприще поста. Не для того, чтобы поставить галочку, не для того, чтобы на работе сказать сослуживцам, а я пощусь, не для того, чтобы сверху вниз посмотреть на непостящихся, а для того, чтобы испытать, сколь легко и благо иго Господне. Аминь.